Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто откликнулся на наш зов и перечислил деньги для выставки, посвященной Нью-Йоркскому музею Николая Константиновича Рериха, Зинаиде Григорьевне Фостик и всей культурной деятельности Рерихов в Америке. Ирину и Андрея Павловых, Андрея Ломакина, Людмилу Анатольевну Левченко, Международную организацию «Звезды гор», Тюменский Рериховский центр, Кыргызское Рериховское общество, а также тех, которые не обозначили своих фамилий, и тех, кто просто опустил деньги в наш ящичек для благотворительной помощи выставкам. Месяц назад, когда мы обратились к вам за помощью, была реальная угроза, что выставка может вовсе не состояться из-за отсутствия средств. Но теперь, благодаря вам, такая угроза полностью миновала. Работа по подготовке выставки идет полным ходом. Мы отбираем фотографии, готовим изображения к печати, работаем над макетом выставки. Сейчас для этой выставки поступило уже достаточно денег и даже сверх того. Поэтому оставшиеся деньги пойдут уже на следующую нашу выставку, которую мы планируем в январе, и которая будет работать во время рериховских чтений. Это фотовыставка «Алтай-Гималаи» по рериховским местам. Я еще раз благодарю всех, кто откликнулся.